Merhaba arkadaşlar. Evet, merhabalar. Moskova'da turumuzu tamamladık. Video yakında gelecek. Şimdi Moskova Domodedovo Havaalanı'ndayız. Murmansk'a uçacağız. Kuzey ışıkları falan filan böyle değişik şeyler. Bakalım orada ne tür maceralar yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Evet, küçük bıçak ama bakalım yolculuk nasıl geçecek. Bugün saat 10 gibi Murmansk'ta olacağım, 10.30 gibi. Saat 1'de tur programımız başlıyor. İşte kuzeyin, Rusya'nın en kuzeyine gidiyoruz şu an. Kuzey kutbundan bir tık önce diyelim. Друзья, мы с вами перенеслись в аэропорт Домодедово и сейчас летим Апатиты. И наш тур по Кольскому полуострову начинается. Поэтому посмотрим вместе с нами, какой погодой нас встретит Кольский полуостров. И желаем вам интересного просмотра. Servisimiz de geldi. Sandviç var. Çay ve su aldım yanında. Bu arada bir şey yapalım. Лететь нам до Апатит примерно 2 часа. Разносят чай. Вот она здесь бутерброд. Я взяла себе кофе. Дамы и господа, наш самолет прибыл по Санкт-Петербургу, аэропорт Киев. Наш самолет заходит на посадку. Видим, что снега много. Друзья, мы пролетели Килины. Настя, ой, привет. Привет. Давайте посмотрим самолета. Аника, are you here? Really? What are you doing here? Oh, my friend. How are you? Fine. Evet, Alanya'dan. Ayhan Bey, üşüdünüz mü? No cold. How many degrees? Minus. Minus 6. Welcome to the airport Kyiv. Thank you very much. Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас на нашей Хибинской земле. You should take a piece of bread, put into salt, yes. So just pass it around. Yes. Давайте вы без этого дадите. Take all this. Evet, tuz var şurada. Возьмите. Will you take all? Yes. Да, можно сказать,
arkadaşları çekiyor, arkadaşlar bizi çekiyor. Kaçma kaçma kaçma, gel buraya gel gel. Valla Erzurum'a benziyor olsun biraz. Erzurum gibi bol kar. Ufak biraz daha sanki fazla. Друзья, вы пересекли полярный круг. Находитесь вы на Кольском полуострове, Мурманская область, и едем мы с вами в город Кировск. Возможно, вы уже удивлены тем количеством снега, который вы видите. Но я хочу сказать, что климат у нас довольно мягкий, и сейчас стоит теплая погода. Вообще средняя температура зимы минус 10, минус 15. Хотя климат у нас субарктический. Зима длится у нас 7 месяцев. И очень непредсказуемая смена погоды. Я надеюсь, что мы увидим разную погоду. Сегодня у нас немного ветер, метель и пасмурно. Но это нам не помешает. Итак, какие планы у нас на сегодня? Сейчас мы с вами едем завтракать. После завтрака заселяемся в гостиницу. Сразу после гостиницы мы едем кататься на снегоходах. Для катания на снегоходах у нас будет обед. После обеда мы поднимаемся на горнолыжный спуск. Наша первая остановка после потрясающей встречи в аэропорту – это кафе «Перец». У нас в группе также есть китайские друзья и пара из Мьянмы, а также ребята из России. Очень много снега, и все фоткаются. Наш оператор, который работает, не покладая рук. И сейчас будем завтракать. Здесь на входе детский уголок и, конечно же, елочка. Друзья, по традиции загадываем желание под елочкой. Здесь гардероб. Наша небольшая группа на завтрак. И на завтрак к нам подали вот такие вот сэндвичи с курицей и салат. Приятного аппетита! Спасибо большое. Спасибо, Данкишен. Ташикредерис. На завтрак нам также подали сырники со сметаной. Evet, kahvaltıyla başladı turumuz. Berker, nasıl, güzel mi? Daha çok lezzetli. Tamam, ben de bir tadına bakayım o zaman. Sen de tadına. Bu da onların milli yemeklerinden sırnikiymiş. Onu deneyeceğiz şimdi. Her zamanki gibi tadımı Berker yapsın. Yap bakayım bir tat. Güzel mi? Harika. Tamam. После завтрака мы приехали в Кировск и заселяемся в нашу гостиницу. Гостиница Северная. Кировск'та kaldığımız otele geldik. Anlatacağımız otel burası. Şimdi Kiros'ta kaldığımız otele geldik. Konaklayacağımız otel burası. Şimdi bu işlemlerimizi yapacağız. İçeriye doğru hareketleniyoruz. Сейчас покажу вам нашу комнату. Всех нас расселили вот такие уютные комнаты. На входе здесь шкаф для вещей. Можно повесить свои курточки. Далее. Туалет, душ, полотенце, различные принадлежности, фен. И вот такая вот комната с большой кроватью, светильниками. Есть телевизор, есть самое главное, что мне всегда нужно, это рабочее место. В общем, друзья, вот такая вот комната. И сейчас у нас буквально 20 минут для того, чтобы переодеться, потому что мы сейчас едем кататься на снегоходах. В общем, переодеваемся и едем вместе с вами в зиму. В зиму вы видели, сколько снега, поэтому встречаемся уже там. İşte arkadaşlar, odamızı da göstereyim size. Yani daha doğrusu Berker burada kalacak. Ben daha anahtarımı almadım. Televizyonumuz var, telefonumuz var. Kahve, çay. İki tane yatağımız var. O da güzel, fena değil.
3 yıldızlı bir otel zaten burası. Adını okuyamadım. Kirli alfabesiyle yazıyor da. Banyo tuvaletimiz geniş. Güzel. Her şey yolunda Berker. Aynen aynen. Gayet güzel. Burada o kocaman gardırop da var. Наша дружная команда Хибины для вас отправляется в тур «Снежное сафари». А мы все едем на сафари. Друзья, я вам везде показываю елочки. Так вот, кировская елочка. И здесь настоящий Новый год и снег. Загадывайте желания. Мы приехали на экскурсию на снегоходах по Хибинам. И вот что нас ждет, друзья. Снега столько же, сколько и на видео. Кар моторуйла сафариге geldik. Кар моторуна бинеceğiz. Evet. Heyecanlıyız. Vallahi heyecanlıyız. Normal motor kullandık ama кар моторуна ben ilk kez бинеceğim şahsen. Ben карда kullanmadım hiç. Вы знаете, что в октябре месяце было подписано протокольное соглашение между вашей компанией и турецкими компаниями. И что вы думаете по этому поводу? Ну, поскольку сотрудничество развивается вот так вот прям быстро, что вы думаете по этому поводу? Безусловно, мы рады тому, что наше сотрудничество, как в России это говорят, с места в карьер. То есть мы не стали затягивать, мы приехали к вам, вы приехали к нам с обратным визитом тут же. Мы очень рады вас видеть здесь. И на самом деле хотелось бы, чтобы вот эта поездка, она запомнилась вам. И по результатам этой поездки мы бы те договоренности, которые у нас уже были, чтобы мы уже в этом году смогли их реализовывать. Сейчас мы идем переодеваться для снежного сафари. Мы уже переоделись в костюмы и шлема. Нам выдали все обмундирование. И сейчас вам покажу. Здесь у ребят есть лыжи, очень много костюмов, шлемы. Шлемы. Главное, чтобы удобно было и подходил по размеру. Жарко, да. И с этой стороны есть ботинки. Мы здесь переоделись. И сейчас готовы идти вниз. Внизу нас уже ждут. И сейчас мы выходим на улицу, где стоят наши снегоходы. Уже начало темнеть, и наш тур будет где-то полтора часа. Так, сейчас у нас тест-драйв. Нам прочитали все инструкции. Сейчас рассказывают, как включать, как вести и как тормозить. Все, вроде Айхан все понял. Arkadaşlar, şimdi kar motoruna bindik. Şöyle göstereyim motorumuzu. Kısa bir safari yapacağız. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sürecekmiş. Deneyeceğiz bakalım. Hayatımda da ben de ilk defa biliyorum ama. Şöyle. Друзья, наше зимнее сафари началось. Самое главное в походе на снегоходах – это дистанция. Нам все рассказали, Айхан у нас за рулем, а я вам снимаю волшебный, сказочный зимний лес. Посмотрите, какая здесь красота. Эти снегоходы похожи на электромопеды. И знаете, что интересно? У ребят есть программа. Мы едем самую короткую программу, полтора часа. А есть еще 4-5 часовые программы и программы на целый день. Но это уже для продвинутых.
которые уже побывали в этих коротких программах. И сейчас ездим. Я на самом деле первый раз на снегоходе. Очень классно. Кто катался на снегоходе, обязательно пишите. Потому что нам действительно повезло. Выпало столько снега в декабре месяце. Это тройная норма осадков для декабря. Поэтому много снега. Не очень холодно. Примерно сейчас минус 4, минус 5. И очень комфортная погода и такой заснеженный, заснеженный волшебный лес. Просто фантастика. Мы остановились на небольшую передышку. И сейчас, друзья, за Северным полярным кругом настоящая полярная ночь. Вчера была самая длинная ночь. Самая длинная ночь за все время полярной ночи. И так, сейчас будет трясти. И мы находимся в самой середине полярной ночи. Как вы знаете, за Северным полярным кругом бывает полярная ночь, бывает полярный день. Полярный день в июне месяце, он с июня месяца длится порядка 52 дня, это когда солнце вообще не заходит за горизонт. А сейчас полярная ночь и светлое время суток с 11 до примерно полтретьего дня. И полтретьего уже солнце заходит, но поскольку туман, снег, то солнце совсем не видно, все серое, но очень много снега. Поэтому мы приехали в самую полярную ночь. И полярная ночь длится около 18 дней вроде бы. В общем, друзья, приехали мы с компанией «Хибины для вас». Они организуют туры круглый год и летом, и зимой, и на снегоходах. И очень-очень много разных туров на любой вкус и кошелек. Поэтому в описании к этому видео обязательно смотрите контакты этой компании и приезжайте смотреть вот эту вот всю красоту после бесснежной Москвы. Это просто какое-то чудо. Ну, а мы едем дальше. It is difficult, yes? Yes. Yes. But it is exciting, you know? Yes. I like exciting things. Exotic and very good experience. Yes. Yes. Adi! Yes. Yes. Okay. Thank you. We are clear. Opa, here. Can I look? Хади, оре! Варя, снег иди. Я деревьям, лан. Дакка, дакка. Аскин büyük gözümü göremiyorum. Allah. Nasıl beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Güzeldi, ben beğendim. Eğlenceliydi. Çok vallahi aldım. Safari işte. Vallahi süperdi. Ben bir kere daha gelebilirim. Berker, sen ne düşünüyorsun? Bir de bunu gündüz yapmak harikaydı lazım. Harikaydı ama ben beceremedim. Çok güzel oldu. Beni birisi sürdü. Ama güzeldi. Вот такой вот уютный ресторан в гостинице у нас. И после катания на снегоходах мы приехали кушать. Здесь у нас салат, винегрет. И
на закуску. И вкусный черный хлеб. Конечно же, будет еще суп. На первое нам принесли суп харчо. Очень густой суп после такой прогулки, насыщенной, на свежем воздухе. Прям потрясающе согревает. Мы приехали в снежную деревню. Снежная деревня – это такое уникальное место, ее строят каждый год. Здесь есть волшебный лабиринт. Друзья, кто из Кировска, из Мурманска, кто здесь был, пишите. И каждый год разная тема у этой снежной деревни. Все сделано из снега и льда. И мы фоткаемся.